Обитатели центра Велес снова нуждаются в помощи петербуржцев медведям, которые еще не впали в зимнюю спячку, не хватает еды. Чем можно порадовать хищников, расскажет Анна Заславская. Она на прямой связи со студией. Аня, вот что говорят специалисты, почему не все хищники впали в зимнюю спячку? Расскажу про что, про то, чем порадовать и других жителей, и которые проживают в Велесе. Действительно, здесь сотни десятки животных, которым нужны фрукты, овощи, их можно привезти в любое время. А вот эти наши косолапые товарищи почему-то именно сегодня, именно этой зимой решили не спать. А почему? Мы поговорим с главным ветврачом центра. Наталья, здравствуйте. Ну, каковы причины, почему вот эти наши господа, наши товарищи не захотели ложиться спать? Как раз эти господа товарищи не спали еще ни одной зимы, им 4 года, и вот они решили, что если есть еда, почему бы и нет. Вот. В природе медведи ложатся спать, потому что проблема добывать пищу, да, и надо ее как-то пережить. Ну, наши, видимо... То есть они просто, живя в неволе, не привыкли ложиться спать. То есть, но есть ли шанс, что они все-таки изменят свою тактику и позицию по этому поводу? Ну, мы на это надеемся каждый год, и бывает такие дни, когда мы устраиваем дни тишины, да, там вокруг очень тихо все, и они вроде бы как даже собираются спать пару дней, не выходят, потом все равно встают и идут к кормушке, говорят, да, кормите нас. Ну, я знаю, что есть 18 медведей, как минимум, которые живут в Велесе постоянно, и двое из них все-таки решили эту проблему, хотя они из дикой природы или также были уже рождены здесь? Нет, они не рождены здесь, ни один медведь не родился в центре. Вот. И у нас, да, взрослые медведи старшие, они обычно, ну, четверо укладываются в спячку. Вот в этом году гималайцы пока еще не легли, хотя они обычно раньше всех. Но они лягут однозначно, потому что они уже почти перестали есть. Так это периодически встают на ужин, но тем не менее. А вот Тони и Потап уже улеглись и все. Ну, я вижу, как они хотят тех самых лакомств, которые у вас сейчас в руках. Может быть, мы их порадуем, так сказать. Давайте накормим их, раз они так просят. Ну, этим не накормишь, но порадовать можно. Да, действительно. То есть медведям, как мне уже сказали, нужно как минимум ведро фруктов, овощей, и это только на одного медведя. Так что, если у вас есть возможность, если у вас есть желание покормить вот этих вот прекрасных мишек, то, пожалуйста, приезжайте, наслаждайтесь. Помимо овощей и фруктов, конечно, всегда нужна помощь и ручная, так скажем, да, волонтеров тоже здесь ждут и чествуют. Какая помощь нужна еще? Зимой однозначно убирать снег. Вот, и планируем в это воскресенье четверых медведей в новый вольер пересаживать. Значит, нужно подготовить, значит, дорогу для их транспортировки, то есть очистить от каких-то, ну, палетов с овощами, очистить от снега и так далее. Да, я знаю, что совсем недавно был создан и готовится еще один вольер, чтобы расселить этих самых медведей. Ну, мы желаем, во-первых, удачи и, конечно, призываем всех помочь и посодействовать не только косолапым друзьям, но и другим животным, которые здесь проживают на постоянной основе. Передаю слово студии. Аня, очень милые животные. Я уверена, что сейчас, теперь уже они без угощений не останутся. Анна Заславская была на прямой связи со студией из центра «Велес».